Да, всем привет, ребята. Это шахматный Феникс, и сегодня у нас очередное, надеюсь, длительное видео. Я надеюсь, что не очень. Веселые минутки до первого поражения. Это будут веселые минутки с привкусом камбэка. У нас безнадежно. Для гостя он неплох. Отдал пешку. Неплохо. Слоном, наверное, лучше было. Да, неплохо. Очень странная партия. Так, ну и... Продолжаем. Да, будем жать на паузу. В перерывах. Он хочет еще, но если мы будем еще, то это все очень быстро. Очень быстро закончится, я чувствую. Так, к сожалению, ролик уже закончился. Или не закончился, не могу понять. Суть в том, что я вызвал, а отклика пока все нет и нет. Может быть, мы слишком поздно начинаем? Да, я нажму на паузу и буду ждать. Так, ребята, мы продолжаем. Да. К сожалению, принимает нас не часто. Видимо, мы всех запугали. Еще бы такой ник. Защита четырех коней. Почему он не пошел конь Е5, для меня большой вопрос. Ну, потому что Кирилл, в мире существуют адекватные люди. Ну. Не все безумные. Неплохой, только некоторые. Неплохой дебют для минутки, я считаю. Между прочим, я не до конца уравнял, по-моему. Теперь до конца? Нет. Ну, какой силен для 1658. Нет, ну это я плохая капка. Ладно. Минус 12. По-моему. Нормально. Да, как бы только ничего не грозит, видишь? Ну, не грозит, ну грозит, пешку забрать обратно хочу. Забрал. Год с собой, да? Да. Выиграл партию. Не выиграл. Напал на пешку. Даже опять какой-то ход был. Может быть, хороший, кстати. Хотя выглядит рискован. А что ты пешку тут взял? Тут, здесь был очень, по-моему, кстати, убийственный удар абсолютно был. Ферзь d7. Ну так получился эндшпиль. Тухлейший. Ой, ладью подставил. Так, точнее. Ну да, это же так важно. Что скажет комп по первой линии? Нормально человек взял по ладью. Ну, он сейчас тебе флаг снесет. Это вряд ли. Слушай, как так вышел? У тебя только здесь пару лишних фигур было. Ферзь пошел, ладно. Так, жмем на паузу, ждем нового. Да с ним же. Да, потому что он захочет играться. Более я. Воронин. Александр. У меня декана зовут Воронин, но... Ой, фамилия Воронин. Зовут Александр. Зовут Воронин, но фамилия не Александр. Нет. Так, дебют в стиле я... Я, кстати, мне, кстати, понравилось, как ты это сделал. Не каждый так умеет. Надо запомнить. Ну да. Не меняй слонов. Конечно. Мне нужно на c4. Не ожидал, что мы ферзем возьмем. Тогда нужно... будем рвать. Нужно на c4 вести. И ладья... Ну ладно, так все понятно. Ничего не понятно. Теперь понятно? Нет. Что он говорит, упертый, а? Теперь понятно? Да. И понятно. Ну да. Король F2? G4. А, промежуток. Да. Воронин Александр Дмитриевич. Почему Дмитриевич? Ну, наобум. Нужно же дать отчество человеку? Нет.
Экстрасенсорные способности в тебе еще не проявились, как надо. Увлекательное зрелище по проведению проходной пешки. Да. Мы обычно в камбэках так белыми играем. Пытаемся срубить флаг. Тоже соперникам, наверное, очень увлекательно. Я бы на его месте попытался поймать бы напрямую путем G6. Не стал. Реванш, реванш. Ну что ж ты делаешь? Давай и общий сразу. Отлично, реванш. С Ворониным. Да. Из сериала. Че сыграем, так? Я вообще не люблю Каракан, по-моему, самый дебильный дебют. Спасибо. Я его довольно долго играл. Твой любимый, чувствую. А чё ты ферзей-то не поменял? Невыгодно? Ну, ловушка ЕД. О. Срослось. Гвард с собой, да? Да. Это, слушай, это моя мечта по жизни, ты же знаешь. Выиграть одну пешку долго и мучительно, обыгрывать 1600. Это то, чем я зарабатываю деньги. Че ты бы 3 не пошел? Как-то не срастается. Да, вот ты пока слаб в этой партии. Зато пешку. О, я хорош. О. С лишним фюкзем и двумя ладьями я особенно силен. Спорим, ты не поставишь мат в этой партии? С каким кайфом? 1-0-1. То есть 6 у меня, да? Ну нет, вообще-то там около 100. Надо было добавить вейм. Так, ждем. Ну давай кидай общий. Боюсь, что он не примет. А, тут другого принял. Значит, тут играет по минутке сейчас. О, вот и ФТМ. Отлично, отлично. Это кто? Не знаю, какая разница. В Блиц 2000. Опасность. Ну, вообще. Я помню, я очень давно, ну, не то чтобы очень давно, но я уже был кандидатом. Ездил на юношеские турниры. И там, в том числе на чемпионат России, там тоже были кандидаты. И у всех кандидатов было уже 2800 тогда на планете. А у меня не было даже 2500. Я никак не мог набить 2500. И вообще в Блиц это был ужасен. С тех пор мало что изменилось. Но это было странно. Так к чему вся эта история? Я вот к чему-то хотел ее привязать, вот честное слово. Пока рассказывал, забыл. Не срослось, да? Да. Ладно, жмем на паузу. Прошла ловушка в гамбите мора. Ну как тебе идея? Ну она не работает. Почему? Ну, не знаю. Странная какая-то. Пешку извинули. У нас ладья лишняя, ты не заметил? Ну пешку это нам извинули. Конь d6, опять. Конь d6. Говори. Он больше не будет ходить. Конь d7. Где? Собственно, давай лучше этого. Надо подумать, это очень сложная позиция. Ух, какой удар. Не предвидел, да, такое стечение обстоятельств? Нет. Было очень неприятно.
У меня же формула стояла, что с ней... А, я ее переставил на 1200. Да. D5. DE. Ферзь D1. Да как я уверен, отслушиваю ничейку с человеком. Не каждый так сможет. Почему ничейку? У тебя же лучше. Ну, это потому, что он все зевнул. Ладно, охерала. Мне не очень нравится охерала. Три лишние? Две. И ты вообще охерал. Терминатор, да? Безжалостно абсолютно. Ну как тебе сказать? Зачем? Четыре лишние лучше, чем... Три лишних? Чем меньше лишних. Вот я D3 стоило завести, да. Одна потеряется. Не хотел этого. Еще одна пойдет, одна фрон не берет. Борется, смотри-ка. Борьба закончилась. Это преступление какое-то. О, старый знакомый. О, отлично. Итальяночка. Не стыдно тебя? Может, он, быть, набивал свои 1800 две недели? Нет, еще. Пусть набивает дальше. Пусть набивает на мне. Коня пустили, да? Бредовый камбэк буду проводить. Ладно, закрыли. Он сейчас будет мощен. Чем он будет мощен? Смотри, вот он делает все, чтобы твой слон не играл. Еще одну, ладно. Ладно. Ферзя, что ли, пожертвуем? Ферзя пожертвуем. Что? Почему я страдаю маразмом? Нормально играть. Есть идеи. Конь F4? По-моему, я просто отдал эти фигуры, нет. Будьте сказать. Сейчас может чуть-чуть все закончится. Ферзь F7. Ферзь F4. Найдет конь C4, будет обидно. Это преждевременное окончание рубрики. Кстати, был. Я предлагаю так и выложить. Это было весело. Да.